Почти 29 тысяч доз вакцины «Гамковитвак» поступило в Самарский регион. Прививку делают в два этапа. Первым компонентом в Самарской области ранее уже привились почти 22 тысячи человек. Из них завершили вакцинацию более 5,5 тысяч. От охвата вакцинации напрямую зависит формирование коллективного иммунитета. Он должен выработаться после того, как в регионе привьется более 60% населения. Главный врач 13-й Самарской поликлиники Анна Кравец еще студенткой помогала медикам бороться со вспышкой дифтерии, которая была в Самарской области в 90-е годы. Спасла тогда всеобщая вакцинация, поэтому в пользе прививки врач не сомневается. В первую очередь мне не хочется болеть, мне хочется защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. И кроме того, в своей вакцинации я вкладываю небольшую копеечку в те 60%, которые нужны и необходимы иммунизировать для того, чтобы прекратить и остановить эпидемию. Новую партию вакцины распределили по прививочным пунктам региона. Процедура не занимает много времени. Сначала необходимо заполнить анкету и пройти медосмотр у врача. Если нет противопоказаний, пациенту вводят вакцину. Пенсионерка Раиса Рыжова чувствует себя хорошо, укол даже не почувствовала. Вакцинировалась сама и рекомендует близким. Некоторые уже из моих близких записались. Вакцинацию делают людям старше 18 лет. В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных, государственных контрольных органов, служащих и работников сферы услуг. Так, минуту держим. Держим. Не мочить. Сегодня не мочить. Второй компонент вакцины введут через 21 день. Прививка добровольная и бесплатная. Желающих много. Заявки дистанционно в области подали уже более 9 тысяч человек. Из них более 8,5 тысяч привились. На заседании областного оперштаба губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении данной и последующих партий вакцины необходимо обязательно учитывать тех, кто сам проявляет инициативу и думает о своем здоровье и здоровье окружающих. Там, где люди сами проявляют такую ответственную позицию, они должны видеть, что в первую очередь мы предоставляем такую возможность. Пожалуйста, это крайне важно. В Самарском регионе для жителей организована дистанционная запись на вакцинацию на портале госуслуг. Если в выбранном пункте вакцины пока нет, есть возможность подать заявку на вакцинацию в разделе «Лист ожидания». Светлана Кудрявцева, «События».